Ищем с вороном 8, опять того же большого. Тут вот такой камыш выше ворона. Но судя по тому, что лось был раза в два больше, у него должна голова торчать, если он есть здесь. Ветер нам навстречу довольно сильно дует. Хотя бы лёжки найти. Вот так вот тут. Приехал забрать фотоловушку. Должна батарейка сесть у нее. Раз заезжал, было, наверное, 6 фотографий. Козел ходит рогатый. Туда-сюда, туда-сюда. В течение всего дня. В общем, все фотографии в разные дни и в разное время. Вот так вот тут. Оставалось одно деление у нее, флешку поменял. Может быть, еще кого успела, может быть, нет заснять. Вот так вот. Вот такая местность все еще у нас. Ветер на нас, ворон. Нет, что-то бывает, реагирует в перерывах между тем, как траву ест. Лес широкий. Вот такой густой. Сзади меня молодняк поднялся. Я тут не был давно. До этого его тут не было. Вот так вот. Место вообще шикарное. Я так думаю, для лося. А ты, ворон, как думаешь? Ворон также, в общем, думаю. Едем, разведуем, ищем. Маленький молодой енот. Прятался. Ладно. Да, ворон. Как будто, в общем, его там и нету. Так, едем мы по другим делам. Его мы здесь потом найдем. Есть у нас один специалист по этому зверю. У нас иней на траве. Сейчас я уезжал. 3 градуса у меня по градуснику было. На улице. Вот такая вот.
В общем, ходить что-то прохладно ногам. Снежок, травы сбивается, иней. Да вот так вот. Козлик далековато. Пока подходил, мне показалось, там еще кто-то с ним шел. А вот, ага. Или сигалеток, или козочка. Мне кажется, это молодая коза. Маленькая какая-то, размерами. Прошлогодняя. Коза как бы ко мне под углом идет. Тут другую сторону нацелена, может тоже развернется. Сейчас посижу, подожду. Вот в такое место приехал. Свеже, не чищено, хотя нет, вот есть след, лапка. Вот такая нора. Сейчас кругом обойду, погляжу. Кто кого и что тут можно придумать. И будем что-то делать. Вот тут тропа набита. И что-то оно показывает, что ей чаще бегает. Там получается, наверное, от норок он там, что ли. Ну еще дойду, сейчас я еще не все обошел. Кучу. Козлик.
Да.